Ես գրել եի ձեզ, որ սեպտեմբերի 29-ին ես վիրավորել եմ թեթև ոտքի, աջ ոտքի, տոչկա, պաուզա ես տեղ, շնչում ես. Дорогая сестричка, мы живы и здоровы. Чаще стали получать от вас письма. Работаем все время. Բարև թանկագին եւ անմոռանալի մամա ջան, անգին եւ սիրելի մայրիկ. Անցել են շատ ամիսներ, որ ես ձեզնից նամակներ չեմ ստացել. Վերջապես այսօր 1943 թվականի հոկտեմբերի 19-ին ինձ մեծ ուրախություն հանդիպեց. Ленинградцы не только устояли перед врагом, но и заставили отступить от стен города. Здесь является большой редкостью появление фашистского стервятника в воздухе. Եթե դու այնքան զբաղված ես, կամ այնքան իմ կյանքը անհետաքրքիր է, որ ինձ նամակ չես գրում. Хочется хоть на миг увидеть, поговорить с вами, но придется еще немного подождать. Ինձ պարգևատրել են Օրդեն Օչեստրենոյի Վայնի, Վտարոյ Ստեպենի և ես, և եթե ես մահանամ մեր սիրելի հայրենիքի համար, իմ արտական Օրդենը կուղարկեն հարազատ մորս, և դուք ստանալով ձեր որդուն կհիշեք։ Բարևներ բոլորին, և եթե կարող ես, ուղարկիր նկարներ, բարևներով քո եղբայր։ Всем доброго времени суток! Радиостанция «Радио Ван» и журнал «Ереван» при непосредственном участии посольства Российской Федерации в Армении, а также представительства Россотрудничества Республики Армения начинают большой совместный проект, который называется «Письма с фронта». Для того, чтобы проект стартовал, нам нужна ваша помощь, которая будет заключаться в том, что вы принесете к нам на радио фотографии и письма ваших дедов и прадедов с фронта. Вы сами же озвучите эти письма, они прозвучат в прямом эфире, а журнал «Ереван» подготовит специальный номер, посвященный армянам в Великой Отечественной войне. Приносите фотографии и письма ваших дедов и прадедов по адресу город Ереван, улица Ханджана, 13А, 7 этаж, радио «Ван». Все подробности по телефону 54-0002. Если вам трудно физически дойти до нас, то вы можете отсканировать фотографии и письма и прислать их на электронную почту. blogs@radiovan.am. Мы ждем ваших фотографий и ваших писем, точнее не ваших, а фотографий и писем от ваших дедушек и прадедушек, которые ковали нашу общую победу.